Для выпускников школ республики наступил особенный день. Последний звонок в этом году прозвучал не как обычно на торжественной линейке, а онлайн на официальной странице Миноборнауки республики в одной из социальных сетей. Тем не менее, трогательные напутствия учителей, слезы и пожелания были. Впереди новая, взрослая, неизвестная жизнь, наполненная мечтами, перспективами, планами. Пусть у вас все получится. Ваши успехи – это и успехи ваших педагогов. Я хочу сказать большое спасибо за заботу, внимание, за терпение и труд наших педагогов, а еще за преданность своей профессии. Сегодня я хочу сказать спасибо родителям. Любите своих детей, поддерживайте, понимайте, и все у них в жизни будет хорошо. В добрый час, дорогие выпускники! Вместо традиционных линеек в честь окончания школы, цветов и объятий – домашняя атмосфера, поздравления в соцсетях, видеоконференции и радостные смайлики. В этом году последний звонок прозвенел не как обычно, вживую, а посредством современных технологий. Праздник почувствовали все – учителя, выпускники и родители. Педагоги поздравили своих воспитанников со вступлением во взрослую жизнь. А в ответ прозвучали слова благодарности и теплые воспоминания о школьном детстве. Такие эмоции не передать словами. И этот день, без сомнений, запомнится на всю жизнь. Этот праздник проходит в непривычном формате, в дистанционном. Но от этого он не менее волнующий, не менее запоминающийся, не менее важный в жизни наших выпускников. Сегодня последний звонок прозвучит во всех районах республики. И сегодня, после этого старта, в каждом районе выпускники будут говорить теплые, добрые слова, слова благодарности учителям, своей школе, будут выступать родители. Также поздравления выпускников будут действительно создавать хорошее настроение, и мы надеемся, что праздник в таком формате им запомнится. Последние месяцы серьезно изменили жизнь выпускников, ведь учиться и готовиться к экзаменам пришлось дома, а это стало настоящим испытанием. Последний звонок в дистанционном формате вообще отмечается впервые в истории, но современная молодежь готова к любым вызовам. В празднике принимают участие все районы республики. То есть каждый район подготовился, и на нашей странице ВКонтакте они также будут принимать участие в этом празднике. В сложившейся ситуации выпускные, к сожалению, тоже пройдут в дистанционном формате. 19 июня мы приглашаем всех на республиканский выпускной вечер. Последний звонок давно стал доброй традицией. Он подводит итоги многолетнего труда учителей, тяги к знаниям их воспитанников, череды домашних заданий, контрольных работ и внеклассных мероприятий. А впереди единые государственные экзамены. Напомню, что в этом году они начнутся с 3 июля. Учителя и выпускники уверены, что после их окончания настроение у всех останется таким же праздничным, как и сегодня.